Заместитель главы Белого дома ушел в отставку. Ушел в отставку заместитель главы Белого дома Джо Хагин, организовавший встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Заместитель главы администрации Белого дома Джо Хагин ушел в отставку, сообщает Reuters. Хагин был большим достоянием администрации. Он спланировал и организовал самую длительную и историческую поездку, что когда-либо совершил президент, и он организовал ее идеально, заявил президент США Дональд Трамп. Джо Хагин организовал встречу Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Он также организовал первую зарубежную поездку Трампа в Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию и Италию год назад и свой тур по Азии в ноябре прошлого года. 62-летний Хагин занимал должности в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша. Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставки. Ранее сообщалось, что экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу выписан из больницы после сердечного приступа. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.